Поздравляем с медалью тебя прежде всего. Скажи, присутствие отца стимулирует тебя вот в борьбе? Спасибо. Конечно, несомненно. Он для меня является авторитетом как и в спортивной жизни, так и дома. Чемпион мира, как-никак, и у меня какая-то цель. Хочу я хотя бы таких же высот добиться, если даст Бог и что-нибудь покрупнее. Ну, борец такого уровня, как отец, обладает колоссальным опытом, знаниями. Что вообще советует, что подсказывает, какие ценные советы дает? Ценные советы? Ну, знаете, я уже много лет борюсь. И он, в принципе, понимает, что какие-то там сейчас вещи мне говорит. Я и так сам знаю, но он мне всегда говорит одно. На каждую схватку, как на последнюю. Вот как будто это твоя последняя схватка в жизни, и выкладывайся. Неважно, какой этап это соревнование. Первая, вторая, до последнего выкладывайся. Когда ты был маленьким, что он тебе говорил, когда ты начинал заниматься? Ну, когда был маленький, я уже не помню, но знаю, что такого прям мне непонятно, ничего не говорил. Может, он выжидал момента, когда чуть подрасту. Много не говорил. Наверное, все-таки больше по его поведению я оттуда, наверное, беру. Много говорит, я сам вижу, я сам знаю лично, кто мой отец. И поэтому немного не нужно говорить. Это все наглядно показывается. На чемпионате мира с кем хотелось бы больше всего из соперников встретиться? С кем хотелось бы? Ну, в прошлом году я проиграл иранцу, а чемпионом стал американец. Я бы хотел бы с удовольствием одним из них побороться. Для меня они интересны. За счет чего вот они сильные? Какие их сильные стороны? Ну, предыдущий чемпионат мира я занял бронзу, проиграл иранцу за выход в финал. Наверное, все-таки функционально я уступил. Я думаю, функционально я уступил, но с помощью моим тренером, с помощью отца, Али Иманмурза, мой отец. И мы с помощью вот так обоюдно работаем над ошибками, пытаемся разобраться и уже слабые места подтягиваем. Все-таки, чтобы попасть на Олимпийские игры, надо определяться с весом. Ты куда хочешь двигаться? Я пока не знаю. Пока не знаю, честно, не могу ответить. Осталось чуть-чуть до 21 года. Надо уже как бы пробовать себя. Будем решать. С моим отцом, тренером будем обговаривать этот момент, решать. А сгонка легко идет или тяжело? Сейчас вот таким форматом здесь нелегко. Очень нелегко.